Сегодня с помощью программатора Галета китайского, раскитайского, мы читаем блок Passat B6 дизель Simos PPD 1.5. Читаем по точкам BDM, затем делаем тюнинг EGR-ов и заливаем обратно. Итак, читаем. В процессоре MPC информация здесь никакая не содержится, о чем нам говорит Галета. То есть вот, есть только флеш внешний и EEPROM. Но мы будем считать AL, прочитаем все, и он нам разделит сам на рабочем столе и EEPROM, и флеш. Так, пишем. Пишем давайте new блок этот. Старый блок, потому что помер. Так, идет загрузка бутлодера. Все, пошло чтение. Блок Siemens PPD 1.5, программатор Галета, старая и надежная. Делаем по контрольным точкам. Я, как всегда, паяюсь без всяких иголок. Идет процесс чтения. Сейчас читается флеш. Это help, по которому нужно подключать этот блок. Этот блок требует внешнего питания. На разъеме BDM питание отсутствует. Питание подаем через вот такой стендик управления питанием. Сейчас идет чтение флеш. Сейчас читается EEPROM. Так быстро. Все. У нас прочитано. Просит выключить зажигание. Что мы делаем? Выключаем. Нажимаем ОК. Все прочитано. Вот эти файлы. То есть это файл single, где содержится сразу и EEPROM, и флеш. Вот он. Он длиннее файла флеш, естественно, потому что там внизу содержится еще и EEPROM. Вот если посмотреть, это флеш,
а это сингл. Вот разница. Вот он короче. Файл сингл длиннее. Вот как раз на эту область, область E-Pro. Значит, нам сейчас нужно записать модифицированную флеш. Выбираем флеш. Находится она у нас в папке B6. Записываться флеш. Модифицированная. Все, вот пошла запись. Все записываем, ставим машину, собираем, клеим герметик и все.